И всем привет, с вами Эксперим, и сегодня у нас самый дорогой, а еще даже первый челлендж, который у меня был, это в котором призом является вот этот компьютер. У нас сегодня участники кое-кто и Эндер Виктор, которые будут по очереди нажимать на кнопку. У них будет задание, разные челленджи, которые они должны выполнять. Один из того, что будет при нажатии на кнопку, это будет выигрыш вот этого компьютера. Да, кстати, вот кое-кто вернулся. Вот он. Привет, кое-кто. Смотри на камеру, кое-кто. Так, стоп. Нет, этого я не покажу. Кое-кто, он, это топ-секретно. Так что, вот, приступим сейчас, запускаем проект. И первым начинает Эндер Виктор. Здравствуйте. Давай, нажимай. Давай, нажимай на кнопку. Сейчас? Да. Ударь грушу 50 раз. Давай. Ну, это не время отчета, за которое ты должен это выполнить. Просто иди и бей грушу 50 раз. Где да. Груша? Там груша, идем. Где? Вот, груша. Я бей ее 50 раз. Бить? Да. Я только 20 раз я уже сломаю мои руки. Да. Все, господи. Да. Так, Эндер Виктор выполнил челлендж. Окей. И написано на экране, что сейчас кое-кто старн. То есть, хоть... Съешь кра... Ладно. Крафтовая из бумаги все. То есть, вот эта вот бумага, то специально крафтовая, потому что ее есть можно. Она без красителей. Но это должен съесть все это. Давай, крепись, я пока сделаю паузу, потому что я уверен, это будет долго. Крафтовая бумага. Она же, правда, есть. Съедобное? Да, по-моему, ну, нет, это просто чисто дерево, можно сказать. Только, ну, с водой. Как делают эту бумагу? Пока что я нажму. Ну, ладно, все равно, вот, ты можешь. Так, Эндер Виктор в сторону, то есть надо вот убедиться, что тут именно твой ход. Вот Скитлс, и ты их должен ассоциировать по цветам. Сейчас, так как это называется? Давайте. По цветам, блин, что? Там... Сколько там? Там 5 цветов разных, ты должен их ассоциировать. Осторожно, ведь в любой момент кто-то Господи. Из вас... Господи! В любой момент кто-то я из вас Я мог бы их съесть, блин. Ну, ты можешь съесть одну. Ну, а кто запретит их съесть после этого? Не пока понять. Кое-кто ест крафтовую бумагу, и Эндер Виктор отсортирует свои скитлсы. Убейте меня. Господи. Кое-кто, ну, прям не может съесть эту бумагу. Поэтому я жалюсь на ним, потому что я все-таки добрый. И я, ну... Три куска. Съешь хотя бы до сюда. Да, вот. Съешь до сюда. Вот так вот режь. Окей, вот это вот съешь, окей. Меньше, чем это, нельзя. Давай. Господи. А мне так... Пока они выполняют свои задания... Я сейчас тебе вот такие задания сделаю, когда ты придешь к нам. Просто я как-то откажусь и вот... Съешь... Уже вот это. Всё. Окей, съешь. Это. И скорее нажми на кнопку, а то всем уже надоело ждать. Так, кое-кто почти доел бумагу. Давай, возьми просто и проглоти это. Давай. Эндер Виктор как-то очень хочет нажать кнопку вместо кое-кто, так что я, пожалуй, ее возьму. Да, возьмёт. Охотник желает... Зачем ты что делаешь? Каждый охотник желает... Знать фазан. Да. Знать... Эти скитлсеры или вот эта вот компания делает еще скитлсы, и они в садик, видимо, не ходили. Каждый охотник желает знать фазана. Вот. Ладно, кое-кто, ты даже доел свою бумагу? Нет. Быстрей. Да-да, кушай. Ты можешь сходить за водой, если хочешь, мы тебя подождем. Да. Так, кое-кто... We так, все, кое-кто съел свою бумагу, и сейчас... Короче, а сейчас... Ход кое-кто, то есть давай кое-кто. Нажми кнопку. Ща. Иди. Маску мне нужно одеть. Эй, нажимай. Давай. Бери набор Лего Майнкрафт. Это будет долго. Я нажму. Нет, не надо, не надо. Так, ну, хотя да, вот. Кое-кто собирает набор Лего Майнкрафт, вот такой вот простенький. Вот, пока он собирает. Я нажму. Эндер Виктор Стурн. Я сломал. Смотри, какой кто рыкает 2 минуты. Да, смотри, я сейчас включу. Вот, на тот комп иди. Там у нас файл по 4 есть.
Ты будешь спать, и это тебе будет сниться. Давай, Эндер Виктор, смотри 2 минуты, как он рыгает. Блин. Давай, смотри. Я думаю, сняется или нет. Садись, слушай, садись. Смотрите, 2 минуты. Да, подзывает, нагревает. Это музыка. Сколько еще? Посмотри. Это правда 2 минуты, блин. Только Стива собрал. Вот, и цыпленка. И цыпленка. А где цыпленка? Тебе сейчас хуже, чем рыгает. Так, а мы пока ждем, пока это все закончится. Давайте вот так вот смешно. Нет. Две шайбы. Эй, это больше, чем 2 минуты. Так, это ты был монтажер, ты ошибку допустил. Все. У тебя. Так, нет, сейчас, подожди, сейчас ход кое-кто, если что. Надо что подождать. Смотри, как кое-кто рыгает 2 минуты. Я тут кое-что заметил. Эндер Виктор. Не отсортировал. Он потерял, короче, один скитлс. Он не досортировал. Да? Эй, ты его спрятал, блин. Ну ладно, это не считается, что... Я хотя попал вот здесь. Да. Эндер Виктор пока что развлекается. Да он... А где эта деталь? Нет, кое-кто, ты чем тут занимаешься? Давай собирай на лего. Блин, я потеряла эту деталь. Кое-кто? И последняя деталь. Компьютер уже отключился. Надо срочно привести в чувство комп. У него чувство. Это было сложно. Хорошее чувство. Так, давай. Нажимай уже. Кое-кто, твой ход. Собери кубик круга. Это легко. 1 на 3 на 3. Эн Виктор. Здесь так не полный. Это плохо для системы. Почему? Ты же говоришь, что ты обожаешь лимоны. Обожаю лимоны, только я не ем все это. Ты ешь кусочек самый маленький? Ну, ладно, скажи, сходи в них и отрезь, сколько тебе надо, окей? Хотя я могу вот так делать. Если я сломаю, это же так, что я съел. Давай. И в рот. Вот так. Я собрал. Так, кое-кто старый. Так, он пока пробует. Где кнопка? Жми. Сделай круг вокруг голова. Ой, давай, нет! Бегай. Сейчас, подожди-ка, если я вот так делаю... Не, хотя я вот так, а то кровать и твой... Ладно, можешь просто отрезать давай его. Хотя вот так сделаем. Ну, если ты его кинешь, он ничего с ним не... Ну, то есть он его не разрежется. Отхистаешь... Выешь из него сок. Окей, сейчас, подожди, сейчас чей ход написано? Написано, что твой ход. Потом. А, да, ты еще не доел. А, вот, вот. Это лицо! О, кое-кто вернулся. Вокруг двора уже. Я мускитлился. Смотрите. Я только стану хочу куснуть. Ладно, не буду. На этом моменте в моей камере кончилась память, поэтому некоторые видео не записались. Но, в общем, сейчас был ход Эндер Виктора, и он нажал на кнопку. Ты выиграл ракета! Что? Чего? Ты не хочешь с нами Майнкрафт играть? Вот, держи приз! Держи приз, прямо вот. Держи, вот. Держи. Вот, ты его выиграл, ты его по праву выиграл. Ну, поставь на землю. Чё? Зачем вот. Тебе его ты, брать? Ты по праву выиграл комп, клаву и монитор. Ну, мыши у нас не было, поэтому... У меня уже есть мыши. А ты хочешь ему новые? Не надо. Хотя... Так, ну вот ты по праву выиграл. А я не знаю, чем хочу. Да, то... Дайте мне лимон. Короче, с вами был Эксперим. Это был мой первый челлендж с настоящим большим призом. Если вам это понравилось и вы хотите похожую рубрику, пишите об этом в комментариях. Я постараюсь сделать похожие ролики с такими же крутыми призами. Ну а с вами был Эксперим. Всем пока!